Очаков ТВ представляет. О, здорово. Здорово. Че, какие дела там у тебя в Канаде? Нормально, как у тебя? Да тоже ничего. Ты из какого города? Я, да, блядь, хуй его знает, с какого-то. А, я тоже в Канаде живу. А, хорошо, только матом не ругайся, хорошо? Да о чем мне ругаться? Я вот пиво пью, зачем мне ругаться? Так где, в каком ты городе живешь, скажи? В каком ты городе живешь? Да какая тебе разница, говори, что хотел. Или я дальше пойду? Ну, хотел узнать, вот как ты относишься к тому, что ваш Шойгу приказал убегать с вашим орком, оставлять Херсон? Не, не знаю, я не слежу за этой историей. А, не следи, ну, пойми, я не удивляюсь, вы же никто не следите. Как только вы убегаете оттуда, вы не следите. Да, что-то слышали, но это какая-то мелочь. Дядя, подожди, успокойся. Я имею в виду, я знаю, что отходят, я типа как бы, ну, я имею в виду, что я не слежу за то, что кто там правильно поступил, кто неправильно, я не знаю. Я слышал, что из Тремоусов там это погиб, я это знаю. Да, где-то да. Там он попал под это я все знаю. Но имеется в виду, что я не знаю там, кто и как, для какой цели сделал эти все. Я понял, как ты относишься к этому? Что отношусь, что именно? Как ты относишься к тому, что Шойгу приказал, Шойгу ваш приказал драпать вам из Херсона? Как ты к этому относишься? Отрицательно или положительно? Значит, приказал, блин. Приказал, значит, приказал. Ты, наверное, откуда? Ты что? Рыло очкастое, что ты мне трешь? Тихо. Я ж тебя не оскорблял. Чего ты? Да не надо мне рассказывать сказки. Рассказывай. Ну не ругайся матом, мы же договорились не матюкаться. Зачем? Ты что вот хочешь узнать от меня лично? Я тебе что, блядь, нахуй мне вот эта хуйня нужна? Там кто-то куда-то ушел, не ушел. Что ты хочешь услышать, ты? Я хочу услышать твое мнение, если ты умеешь говорить... Какое мнение? Насчет чего, блядь? Насчет того, что они ушли из Херсона? Я против этого. Что дальше, блядь? Вот, вот, смотри. Ты против того, что они ушли... Ну я же, блядь, тебе не генерал. Ну, а? Хорошо, только не ругайся матом. Ты умеешь нормально разговаривать. Все забыдло такое, блин. Давай нормально разговаривай. Да не надо нормально. Ну, быдлятельство свое опусти, планку свою, Ну, рассказывай, что хотел еще услышать, потому что это фигня. Мое мнение, я против. Но я давай, ты против. Знаю, теперь мой черед говорить. Закрываешь хлебало и слушаешь, что я говорю. Иди нахуй, ты пидор, что ты мне делаешь? Иди мастись, бычара, блин. Ты на кого наезжаешь, блин? Да на тебя, черт. На тебя. Ладно, ну, успокойся, тихо, дай я тебе скажу. Тихо. Давай я тебе расскажу. Что у тебя там, ролик не выходит? Да тихо, блин. Я тебе хочу вопрос задать, блин. Да я тебе хочу вопрос задать. Ну давай, задавай. Ты чего? Да. Давай, задавай, блин. Ну ты вообще за кого? Ты что хочешь, чтобы получилось с этой Я за белых, а ты за белых или за красных? За кого? Да я хочу, чтобы эта война, блядь, закончилась побыстрее, не нахуй все. Так не а нас сейчас, вы уже драпаете из Херсона, скоро все закончится. Да при чем тут я не и переживай. Ты, блядь, ты на русском разговариваешь. Не ругайся матом, блин, мы договорились. Ты черт ебаный, мне трешку вот хуйню. Ну не ругайся матом, пожалуйста, ну пожалуйста, не говори. Не ругайся матом, ну пожалуйста. Ну, ты же культурный чел такой. Как тебя зовут? Да я понял тебя, что ты, блядь, давай, ладно. Как тебя зовут? Скажи мне, пожалуйста. Да не важно, как меня зовут. Я тебя понял, что ты пидор, вот и все. Да потому что ты по понятиям, ты все время... Да я тебя не спрашивал, почему ты. Да, Чеков, вот у тебя все время эти ролики, ты что-то... Так ты меня знаешь, блин. Ты меня знаешь, блин. Ты смотришь за мной, блин. Гаденыш. Попадаешься на Ютубе. А ты мне не попадался ни разу на Ютубе. Не попадался. Не то, что я за тобой смотрю, а ты мне выпадаешь. А я за тобой смотрю. Ты из Воронежа. Я даже знаю, откуда ты и кто ты. Ты знаешь? Блядь, ну и что такое? Да тихо, не ругайся матом, я тебе последний раз говорю. Как будто я там скрывал. Я всем и говорю. Да, я оттуда. А что ж ты мне не говорил, а?
подсыкает. Да нет, у меня старый матом не ругайся, блин. Разные мысли, разные темы. Разные мысли. У тебя мысли быть вообще не может, по-моему. Ты и мысли, ты и мысли это слова антонимы, понимаешь? Ты не умеешь мыслить. Что ты хочешь от меня тебе услышать? Нечем. Я хотел простой вопрос хотел задать. Ты готова выслушать или нет? Или будешь подбирать? Да нет, ты, блядь, такой вопрос. А что, блядь, съебывать из Херсона? А нахуй мне это надо? Если бы меня спросил что-то про другое, там, типа, как ты относишься к этому, как, ну... Да я другой тебе вопрос хочу задать. Ну чего ты подгораешь? Почему вы съебываете? А почему ты пидорас, блядь? А вот ты мне ответь, а? Ой... Нихуя. Но ведь это же неправда, то, что ты сейчас сказал. А то, что вы убегаете от Херсона, это правда. Ладно, вот в чем разница, понимаешь? Я девушек люблю, поэтому не надо меня оскорблять. Зачем? А меня тоже не надо провоцировать. Я тебя не провоцирую. Можно тебе задать вопрос? Вопрос можно тебе задать? Вопрос можно тебе задать? Я тебе еще раз говорю, мне это не интересно. Ну, можно тебе задать вопрос или нет? Говори, если по существу. Вот, я по существу. Смотри, ты сказал, что ты, ну, как бы против того, что, ну, вы бежите из Херсона, так? Вот, в связи с этим у вас есть, если, значит, ты против того, что сказал ваш главнокомандующий, да, это называется дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Статья 280, часть 3, чувак, до 10 лет ты попал. За то, что ты против этого, понимаешь? Вот за это высказывание ты попал по статье Уголовного кодекса, 280 статья, часть 3. Иди нахуй, рыжий, хуйню мне несешь, какой. Я, блин, клянусь тебе хвостом гориллы, блин, посмотри, открой Уголовный кодекс и посмотри. 280, часть 3. Ты сейчас попадаешь в публичное пространство. Кому ты надо? Тихо, блин! Ну молчи, когда я говорю. Рот закрой, блин. Рот закрой, когда я говорю, блин. Рот закрой. Ничего не одинаково. Это не одинаково. Это по-разному как раз. Не надо, не надо. Не подгорай. Это не одинаково. Подгорай, не подгорай, блин. Боишься правду, да? Ну, Воронеж, я тебе, как ты относишься к тому, что тебя на червончик посадят? Как? Да. Ну что, заплакать тебе, да, черт, ёбка. Нет, я просто спрашиваю, чего ты? Или что ты хочешь мне сказать, блядь? Хочу сказать, чтобы ты мат не ругался. Вот что я хочу сказать. Что ты хохол, ёбка? Ну матом не ругайся. Давай, я тебя слушаю. Ну, как ты относишься к тому, что на червончик сядешь ты? Да. В российскую тюрьму. Там швабру ты любишь или бутылку? Да, что да, ты предпочтешь? Вот такие вот вы пидорасы. Вот такие вот, надо. Блин. Сидите там. Ну без матов, блин. Эти пидармоты, блядь, а по факту сказать и не можете ничего, да? Такие, блядь, ребята, блядь. Ну понятно. Канаде. Сколько тебе бабок там платят? Ты хуеплет, блядь. Хорошо платят, столько, сколько ты ни разу. Мне в месяц платят столько, сколько ты на всю свою жизнь ничтожную не заработаешь. Что, сидит там, блядь, кукарекает, блядь. Ну что дальше? Ну и все. Ладно, давай, даю тебе последнее слово. Последнее слово. Я тебе даю последнее слово и посылаю вслед за русским военным кораблем. Давай. Ты же нормальный, Очаков, подожди, хоть я вас. Давай, даю тебе 20 секунд последних. Время пошло, давай. Время пошло. Давай я тебе задам. Хорошо, давай, задавай. Как ты относишься к такой истории, блядь, что твой Зеленский, блядь, пропиздоболил нахуй? Ну-ка, поясни. Давай, я тебя слушаю. Рассказывай. Ты сам понял, что он просил? Я вообще не понял, что ты спросил. Ну, я тоже тебя не понял. Давай. Давай. Слушай, ты забавный чел. Слушай, ну поясни за свой вопрос. Ты поясни сам. Что ты имеешь в виду? О чем ты сейчас сказал? Ну скажи честно. Я пытаюсь, куда ты убежал? Он так и убежал, гаденыш. Я ничего не понял, что он сказал. В общем, слушайте, не забывайте, подписываемся на Очаков ТВ, Очаков ТВ 1, Очаков ТВ Стрим, Очаков ТВ USA. Под каждым роликом есть все ссылки на эти все каналы. Подписывайтесь. Плюс.
Плюс, вы знаете, меня просят стрим провести, не знаю. Я, если получится в ближайшую неделю стрим провести, вот, может не получится, посмотрим, как будет. Вот, но, опять же, этот ролик, как вы понимаете, уже вышел после того, как мне разблокировали все каналы. Очень рад, я получаю большое количество сообщений от зрителей. То есть мы снова с вами вместе, друзья, и снова занимаемся одним делом. Все, давайте, счастливо, до скорых встреч.